Идея – это событие в этом месяце. События в вашем городе, то есть такая небольшая афиша, но не надо говорить там про фильмы, которые в кино, это люди без вас найдут, да? А события, какие-то яркие события в вашем городе, может какая-нибудь выставка приехала, да, либо собирается приехать, либо кто-то там, допустим, выставляет свои картины, либо какой-то творческий вечер, то есть именно события, потому что вы тут уже как СМИ выступаете, да, то есть вы освещаете это самое событие. Какую боль решает это самое событие? Боль, потому что очень часто бывает так, что кто-то выступает, а люди об этом не знают, потому что средства массовой информации – это дорого, рекламу давать, да, а не освещают. Да более того, если у вас, к примеру, там выставка альтернативной, там, не знаю, там, живописи там, да, либо там выставка попугайчиков каких-нибудь, то в принципе это все, там приходят два коллеги. Да? И, соответственно, боль, нет аудитории, даже там бесплатный вход делают все-все-все, и вы, сделая, а потом все это работает. Эта выставка будет ссылаться на ваш канал, на ваш ролик, и очень часто ставят обзор этой выставки через год уже, что вот как это было в прошлый раз, смотрите, потому что они сами не могут это снимать. И поэтому события, давайте напишем второй блок, это события. События. И вы делаете обзор событий, событий вашего города, да, может быть, предстоящих, да, либо там идущих, либо вот интересных событий там, да, в этом формате там. Здравствуйте, друзья, сегодня в нашем городе день жестянщика, там гололед, там люди не ожидали, они не успели переобуться и показываете там, когда там машины заносят, да, там аварии стоят там, да, жестянщики ликуют, у них там заработок. Дали интересное тоже событие, почему там, да, то есть, и дайте в конце рекомендацию. И я рекомендую вам сидеть дома, либо ездить на общественном транспорте, это будет дешевле, да, то есть далее резюмировали, по сценарию записали, и получается хорошо. Я бы рекомендовал их делать еще больше, наверное, в позитивном ключе, ну, потому что я такой человек, я не люблю негативное, не рекомендую, то есть ошибки, не рекомендую вообще негатив. У вас должен быть видеоканал позитивных новостей, убирайте вообще весь трэш. Где-то там кого-то убили, где-то кого-то там, не знаю, там зарезали, кого-то там сбили там туда-сюда, убирайте. Друзья мои, это работает крайне негативно, да? Поверьте, я работал очень много, очень долго со службой пропавших детей, очень тяжело работать, и люди, то есть разочарование в людях очень большое, просто большое. Поэтому я рекомендую события, назовем их с плюсом. События в позитивном ключе, да?